Итак, я часто вот сейчас смотрю исключения при работе с Python 11, создание виртуального окружения. Давайте посмотрим. Итак, набираем сначала Python 3. Я не готовлюсь, будем по ходу исправлять. Просто немножко переустановил, надо было почистить. Проверяем pip. Сначала проверяем так. Так, отлично. Ставим. Перед этим делаем точку восстановления любимыми средствами. Здесь это Time Shift. Создаем. Пишем. Указывайте версию, потому что если будете что-то другое ставить, закрыли. Пробуем сначала так ставить. Sudo apt-get install python 3 pip. Ставится. Все нормально. Поставили. Все нормально. Обновляем. Отлично. Вот то исключение, которое мы должны исправить. Некогда разбираться. Я привык немножко к другому. Поэтому давайте делать так. Сейчас, секунду. Сначала посмотрим, что это. Среда с внешним управлением. Терминология, то есть это новое что-то ввели. Для создания пакетов. Итак, как вы видите, я в справку Python набрал, значит, установка пакетов, да, и смотрите, у нас есть два варианта сейчас, и мы видим исключение, да. По сути дела, сделали механизм, чтобы было разрешение, то есть вы четко понимали, что ставить для всей системы. У нас есть сразу два выхода и одно решение. Одно решение, которое будет заключаться в следующем. Для всей системы мы можем ставить только два пакета. Ребят, все остальное должно быть в виртуальных окружениях, то есть изолировано. Вот именно этот механизм они и придумали и ввели, чтобы был контроль над тем, чтобы не ставилось для всей системы пакеты, иначе будут конфликты. Поэтому решение должно быть такое, что вся работа наша должна быть только в виртуальных окружениях. То есть два пакета, которые нам надо для создания виртуальных средств и для удобства, второй пакет, все остальное, все. И еще раз повторяю, мы можем либо этот механизм удалить вот таким способом, все я дам в описании, либо поставить вот так пакет, либо давайте посмотрим, попробуем, что они здесь предлагают. Они предлагают здесь установить пакет,
Так, чтобы для всей системы попробуйте app install и пакет, который вы пытаетесь установить. App install. А, ну через sudo, да? Иными словами, так и есть. Через sudo попробовать поставить пакет. Давайте попробуем этот механизм. То есть мы его себе здесь записываем для всей системы. Так. Наш пакет. Понятно, что здесь либо sudo, либо заглянем все-таки в справку. И установка пакетов. Как справка? В первую очередь они предлагают что сделать? Проверить версию. Мы это все с вами уже делали. Так. Это исключение оставим, пусть оно будет. Ну, вообще-то, какая нам разница? Так, версия доступна. Дальше поехали. Пробуем. Да, путь есть. Ну, нам, я сказал, это не нужно. Мы только по одной простой причине, что все должно быть в виртуальных окружениях. Так, ну, PIP мы установили для всей системы. Давайте попробуем для всей системы вот это вот обновить. Угу. Вот, то, что я и нашел решение, видите, вот оно заключается. То есть, чтобы установить пакет, значит, либо через sudo, если через pip, то нам надо флаг. Давайте попробуем. Так. Пробуем вот так и добавляем флаг. Все нормально, все заработало. Локаль бин. Нам не пойдет вот это, да? То есть, действительно, оно пишет, что... То есть пишет, что он не попадает, не видит его система. Поэтому мы вот это сделаем. Прежде я... Так как я буду ставить потом NeoVim, сейчас нету времени из исходников собирать последнюю версию, то пока поставлю Vim. Значит, так. Открываем, переходим вниз. И берем, копируем, Shift Insert. Далее заходим в наш терминал.
Я закрыл, придется пока здесь только, ой, здесь сделаем по-другому. Добавим значок домашней директории. Вот, теперь все должно быть нормально. Здесь, чтобы нам не путать, посмотрим. Повторяем ту же команду. А, нам надо будет обновить. Повторяем ту же команду, только сейчас сначала, да, чтобы лучше создать алиас сразу, не полениться. Это долго. Ну, вы свое придумайте. Последний раз так делаем. Проверяем нашу команду обновления. Все нормально. Так, теперь опять запускаем этот пакет. И все. Теперь уже не ругается, все окей. Итак, то есть обновилось. Значит, мы можем попробовать и без суда поставить библиотеку VirtualInve, да? Так, ну эту команду я полностью тоже вам добавляю. Дальше. Путь. Тоже сюда добавляю. Так, дальше что? Можем ставить через SUDO, как они предлагали здесь в справке, да, VirtualInve. Можем поставить так, как ставили. То есть, иными словами. Вот так, дальше. Дальше. И ставим, пробуем. Так. Ага, что-то я не то наделал. Давайте-ка мы уберем этот флажок, пусть начинается с home. Здесь
здесь сразу надо еще кое-что подправить. Еще один алиас мы создадим, а потом подправим. Так, свой редактор включите сюда, чтобы одним словом вводить. Проверим, все нормально. Еще раз удаляем. Так, стоп. Смотрим. Так, не то я хотел посмотреть. Немножко покопавшись, то есть обходить, да? Давайте сначала попробуем несколькими вариантами. Так не проходит у нас удаление. Здесь у нас есть от рута. Это мы пробовали. Еще раз пробуем. Ага, это пошло. Все, с флагом пошло для всей системы, то есть теперь по-новому ставим. И добавляем флаг. Все стало, никаких предупреждений нету, все нормально работает. Таким же образом ставим вторую утилиту. Для всей системы. Проверяем работу. Так. Во-первых, нам надо добавить скрипт, да? Для этого нам вообще надо посмотреть, находит ли сейчас... Так, есть. Раз есть. Так, чертов два. Ну, ладно. Попробуем сделать по-другому. Вот она. По пути.
Давайте-ка мы пропишем все это сейчас. Значит, вот здесь, чтобы нам было видно. Итак, виртуален V находит local bin, а вот это не выходит. А не находит, почему? Нет, находит. Я не добавил, я ошибся. Уберем уже. Я же ошибся. Надо было добавить. Так, все находит. Все находит. Мы ж путь прописывали. Так, ну что ж, теперь осталось только добавить. Добавить следующее. То есть, согласно документации, нам надо несколько свойств задать. Пути. Давайте проверим еще раз. Ну, понятно, но все равно проверьте. Так. Ну все, смотрим. Получается, Python у нас user bin Python 3. Это у нас папка виртуальных окружений по умолчанию home указана. И нам надо user local, смотрим, вот видите здесь, вот, я здесь неправильно. А когда через apt будете ставить, то будет local, а когда через, как мы ставили, то будет точка local, то есть домашний каталог. Вот так вроде правильно. Ну, проверим, копируем. Можно было бы через команды поставить, ну да ладно. Угу. А где наш есть? Стоп, что-то. Local. Ага. Не тут путь. Там указал я. Еще раз. Надо путь поменять. Немножко невнимательно был. Так, ну вот так попробуем. Только тут, по-моему, пробел. Не, нет вроде.
Так, смотрим дальше. Что-то я пропустил. Все, теперь все нормально. Нам же надо сейчас это все дело посмотреть, чтобы вам правильно дать. Так, ну все, вроде то. Так, все, ЕНВ есть, все, виртуальное окружение есть. Проверяем директорию. Проверяем файлы. Наше виртуальное окружение есть. Проверяем версию Python. Ладно, перейдем. Да, все нормально. Проверяем. Виртуальное окружение, все должно, вот Django 5 уже вышло. Ставится все нормально. Итак, еще раз повторю. Было одно решение, чтобы не заморачиваться, просто удалить экстернали менеджер, в общем-то вообще взять и удалить. По сути дела он нужен для защиты, чтобы был контроль установки пакетов Python для всей системы. Но мы с вами договорились, что для всей системы мы поставим всего два пакета. Даже когда вы будете, допустим, там JupyterLab, JupyterNotebook ставить, не надо его ставить на всю систему. Всегда активируйте виртуальное окружение. Вся система должна быть вот там, только вот эти пакеты. Кстати, вы также можете создать алиасы, например, обновлению там PIP и так далее. Ну, на что у вас там хватит хитрости, лишь бы поменьше клацать. Итак, spb-tut.ru – это школа программирования, где вы многими научитесь. Также есть еще сайт DevHackers, где реально будете участвовать в разработке, чему-то научитесь. То есть здесь будет Flutter плюс Dart, это мобильная часть. Далее на Django будет Basket и плюс Django REST Framework. Иными словами, будет серверная часть на Django, а мобильная на Dart. Сможете делать полноценные такие приложения, как Instagram и так далее, лишь бы у вас хватило прыти. Это очень много работ на самом деле. Но тем не менее, учиться этому стоит. В школе вы учитесь языку, здесь учитесь работу. В школе также большое количество уроков по Django и так далее. Все.